детский сад на автобусе, также обратная речь о селах. Если от дома до школы и садика больше километра, организуют транспорт. Так будет с января, пока норма 3 километра. Накануне поправки в закон принял Верховный совет. Там и о том, что за подвоз детей будут отвечать администрации городов и районов. Мы хотим, чтобы жизнь наших детей и в селе была комфортной, удобной, чтобы они меньше времени тратили на то, чтобы добираться к школе. Но в то же время самое основное то, что такой закон будет соответствовать нормам Санпина, гигиеническим нормам пребывания детей в школе, жизни наших сельских учащихся. И это для нас очень важно. Как это будет осуществляться, все решает государственная администрация. Места остановок, это все будет решаться уже на местах. Закон направили на подпись президенту.